была не лаборатория, это была просто постановка, ну, приглашение на постановку от Ельцин-центра. Там единственно была задана как бы тема оттепели, ну, вот, 60-х годов. На эту тему можно было как-то выбирать любого, в принципе, какого-то видного персонажа из, ну, из этого времени, там, ну, какого-то знакового, там, например, Вознесенского, или там Акужаву, или Евтушенко, или кого-то. И в числе прочих вот был Шпаликов. Я остановился на Шпаликове, потому что он, ну, с кино связан, а я очень люблю кино, и кино именно этого времени, оно как-то мне интересно и близко, и вот поэтому вот было принято такое решение сделать спектакль про него. Вот. Сложность там заключалась в том, что на главную роль есть два человека, ну, то есть два состава. Ну, потому что и репетировать, естественно, приходилось одновременно вот с двумя этими людьми. Получалось так, что это как бы параллельно шли репетиции двух разных спектаклей, да, двух там, ну, какие-то разные наборы смыслов возникали, в зависимости от того, кто эту роль играет. И я пока не могу понять, ну, кто из них лучше это делает, кто из них точнее это делает, потому что у них совершенно разные, ну, как бы совершенно разные органика, разные какие-то плюсы и минусы у каждого.